Но пока в лесу растут беленькие, нам на пути встречаются вот такие вот красавцы. Просто шикарные. Вон растет еще один красавчик. И растет впереди прям целая семейка шикарных подосиновиков. Вот они, которые я сейчас буду срывать. Вот такое, друзья, чудо. Кажется, где-то еще заметил очень маленький, который будет следующий. Ой, хотел показать, случайно его сбил пальцем. Ладно, пойдет на сковородку, значит. Ну какой-то, а, да, все, он ушедший. Внутри мягкий. Вот его съели. Что пускай лежит на семена. Сегодня вообще-то думал пройтись в лес, но по пути к лесу моя посадочка с подосиновиками начали попадаться такие вот красавцы. Там, правда, вдалеке стоит машина, наверное, кто-то здесь уже лазит. Ну ничего, сейчас по-быстрому пробегусь. Может, что-то им не останется. Часто в этой дренажной системе встречаются подосиновики. Как он сюда пролез, и бетон кругом, а в бетоне. Но подосиновики вот такие вот красавчики. Не первый я здесь нахожу, на этом месте. Надеюсь, не последний. Конец дренажной системы. Как бы получается, когда идет дождь, водопад. Выросли какие-то грибы, какие-то рузи, наверное. Я не знаю, что. Это какая-то нора под. Моет лисица, может, собаки. Не знаю, боюсь сюда спускаться, что-то выпрыгнет на голову. Похожу по верху. Появился совсем маленький. Где-то еще видел парочку. Ага. Есть и парочка. Уже маленьких. Красавцы появились.
где-то еще видел. Вот. Старенькая шляпка виднеется. Наверное, срывать я не буду, потому что старый уже видно, что сыпет споры. Что пускай стоит. Здесь как получается? Много вот яблонь. Под яблонями растут подосиновики. А сейчас много яблок попадало, гнилых. Тут лежат вот. Такие у них, такой у них цвет, как у подосиновика. И ты вечно путаешь. Думаешь, подосиновик это, оп, гнилое яблоко. Разочаровываюсь. Надо смотреть в оба, чтобы не пропустить. И вот я насмотрел еще два штучки. Растут, стоят. Один. Красивый. И второй. Так что вот таких два подосиновика. Буквально ползу гусиным шагом под яблони. Не пролезть. Потому что увидел грибочки. Вот тут. Так, камера, остановись. Такие вот подосиновички глубоко засели. Вот такие. Вот еще и растет вот такое. Вот это уже красивый бочонок. Ох, какой пузатенький. Так что забираем. В таких вот дебрях в бревнах показалась такая оранжевая шляпка. И это прекрасный подосиновик. Немного кривое, но пойдет. Берем. Переспелый масленок. Да. Пускай растет. Еще один переспелый масленок. Надо сейчас будет в лес заскочить, говорят. Уже появились белые. Да и на рынке тоже видел. Посмотри, что там. Да, эта посадочка в этом году меня не подводит. Грибов она выдала очень много. Вот какой цвет. Красавчик. А главное, где-то они на месяц пропали. Потому что дождей не было. И были туманы по утрам. Уже осенью. И вот они от тумана появляются. Такие красавцы. Не успел дойти до леса, а уже набрал подосиновиков. Будет что пожарить. Вот сколько имею. В этот раз посадка меня не подвела, да, и в этом году она вообще меня не подводит.
что прошелся буквально минут 15. Имею вот столько вот грибов. Сейчас пойду в лес. Что найду там, уже покажу в другом видео. Спасибо, что смотрели. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки.